В Ереване минувшим вечером многотысячная толпа взяла в кольцо здание парламента. Сторонники премьера Николы Пашиняна собрались на митинг после того, как депутаты приняли закон, затрудняющий роспуск национального собрания. Глава правительства назвал решение контрреволюционным. В отставку уже отправлены 6 министров от партии Дашнак Цутан и Процветающей Армении, которые поддержали законопроект. Та же участь ждет губернаторов от этих партий. Пашинян также пообещал и сам вскоре покинуть свой пост. Это по Конституции должно привести к досрочным выборам в парламент, если не удастся избрать нового премьера. Пашинян заверил сторонников, что на переговорах депутаты пообещали ему не выдвигать своих кандидатов, но позже вице-спикер законодательного органа заявил, что никаких окончательных договоренностей не достигнуто. Так что не исключено, что сегодня акция протеста продолжится.